по-быстренькому, не затягиваем. Сяду. И ты конечный. Они все в основном до Рижской, там найдешься, понял? Ребят, подожди. Ну что там, покажи. Да вот. А, говно телефончик. Тебя уже била милиция? Милиция бьет по голове. Их почерк. Если каждого человека побить, то он будет, получит внутри себя страх. Честно, страх. Специально, тренировочно бьют милиция. Понял ты меня или нет, а? Ты меня понял? Сюда. Я очень прошу. Да. Нет. Ваши претензии надуманы. Я только прошу сначала дать мне шанс. Потом по поводу работы участкового. А я считаю, я к ней подхожу. Я только хочу сказать, что я хочу пройти через все это, что происходит, как полагается сотруднику. Как полагается сотруднику, потому что это только момент. Не согласен, не согласен. Что вы такое нарыли? Не согласен, не согласен. Ну, если, конечно, в чем-то согласен. Но зачем вы все это гоните по поводу неполного? Я даю обещание перед всеми вами, товарищи и сослуживцы. Я человек с понятиями. И это слово сдержу. Продлите меня. И доверьтесь. И вы вспомните потом мою клятву и честно. Мы же милиция. Мы же элита. Если не мы, то кто же? Господи, ну что, если мы с вами друг другу не доверяем, то что же это за мир такой, за жизнь такая? Товарищи, я хочу, товарищи, разрешите, так? Нет, все-таки можно? Товарищи, я хочу сказать, я хочу работать. Маршрута. Есть. Свисток. Есть. Наручники. Есть. Планшет. Есть. Ручка. Есть. Индивидуальный пакет. Есть. Выходи на пост. Есть. Татары жалятся, а за грамма деньги. Ключи. Ключи. Диод. Калькулятор солнечный. Нож. Страшный нож. Нож, чтобы его убить.